Ключевой особенностью финала Russian Event Awards 2021 стало не только десятилетие премии, но и проведение общероссийского форума «Россия событийная», который вошел в основную программу. Модератором форума стал основатель премии, лауреат премии правительства Российской Федерации в области туризма 2021 года Геннадий Шаталов. За эти 10 лет мы сделали очень много событий, и во многих регионах именно события стали центром притяжения внимания к большому городу, к малому городу, к селу. Более того, события начинают генерировать этот поток. Вот едут конкретно на эти события. А приезжающие на эти события дают, или организаторы событий дают возможность консолидироваться на местах. Геннадий Шаталов отметил, что в 2012 году в национальной премии участвовало всего 114 проектов. В этом году, нелегком с точки зрения ограничений из-за пандемии, заявлено 515 проектов. Всего за 10 лет премии в конкурсах поучаствовало около 5000 проектов. В церемонии открытия форума принял участие глава Ульяновска Дмитрий Вавилин. По его словам, туризм может приносить много дополнительных налогов в казну города и области. И все эти деньги возможно направить на решение социальных проблем. Мы сегодня разработали очень большую программу, рассчитанную на 3 года, по восстановлению туризма. Вот мы планку для себя поставили. Те советские объемы туристов, которые были в городе Ульяновске, вот мы их должны вернуть. А это не один десяток миллионов рублей дополнительных поступлений в наш региональный бюджет. Из рук Геннадия Шаталова директор фонда «Ульяновск. Культурная столица» Татьяна Ившина получила специальную награду за личный вклад в развитие отечественного событийного туризма. Именно фонд в этом году стал основным организатором мероприятия. Организация, конечно, непростая, потому что мы работаем в условиях ограничения ковидной, из-за ковида деятельности, но соблюдаем все правила. У нас все участники с соответствующими QR-кодами, поэтому я надеюсь, что это не омрачит встречу людей, которые занимаются событийным туризмом на территории всей Российской Федерации. В Ульяновск для участия в премии съехались участники из 59 регионов страны. Во второй день мероприятия они будут защищать свои проекты перед экспертным советом. Форум стал также площадкой для обсуждения назревших проблем в событийном туризме. Сегодня как раз-таки обсудим вопросы, как мы, в принципе, будем дальше жить с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации, как будем дальше проводить событийные мероприятия, потому что людям это нужно. И мы понимаем, что событийный туризм в Российской Федерации генерит порядка 40% всего туристического потока в регионы. Торжественная церемония награждения станет завершающей точкой 10-й национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Она пройдет 3 декабря во Дворце культуры «Губернаторский». Ирина Антонова, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.